воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшла чудова дівчина, за якою я дуже люблю спостерігати, коли вона виступає експертом на різноманітних каналах. Люблю спостерігати, а ще більше мені подобається безпосередньо спілкуватися один на один. Олександра Решмеділова, вітаю у нас в студії. Радий бачити вас, зрителі. Одразу до справ. Справа наступна. У нас відбулася нормандська зустріч, де були присутні наш президент пан Зеленський, пан Путін, президент Російської Федерації, президент Франції і канцлерша Германії. Канцлерін. Канцлерін. І так сталося, хотів би не на політичні теми от зараз звернути увагу, а на те, що наші, скажімо, впливові світові політики, вони стають все менш і менш зрістом. Нам було дуже цікаво, пан Зеленський вище Путіна чи менше? От, у них 1.70 м. Пані Меркель 1.65 м. І самий високий, самий сильний у нас получився Макрон. Самий ловкий Макрон, да? Да, 1.77 м. Ну, вони ж не строїлися на фізкультуру, да? Там, знаєш, так би... Тобто, чим людина... Расчет окончен. Да. Ну, а взагалі, добре, не будемо звертати на те, що у нас мільчають, ну, на зріст, але я сподіваюся, що вони не будуть мільчати як персони. Ітоги цієї нормандської зустрічі. Тому що пан Зеленський показав знак Вікторі, але він не показав не після зустрічі, а перед нею безпосередньо. Ітоги для України. Ми перемогли, чи це перемога, чи зрада була? Тому що всі на це чекали. Давай слайдово начнем. Конечно, подготовка к встрече в Париже шла почти полгода, как минимум. Потому что анонсы были очень интересные. Нам обозначили место, что это будет Париж, но не было понятно ничего с датами. Мы даже так шутили, что растушеванные даты. Или бездатая встреча, можно было так сказать. И вот обещано было август, сентябрь, октябрь, ноябрь. И вот плавненько оно все сдвинулось на начало декабря. Причем были мнения, что встреча может не состояться вообще до конца года. Поэтому глобально был некий накал страстей. И слишком длительная подготовка, что, с одной стороны, завышало ожидания. Думали, если так долго готовятся, видно, уже к чему-то пришли. Сам саммит был тоже достаточно небыстрым, особенно если учесть, что целый день мы отсматривали в прямом эфире, да, посекундно реагировали, ждали как раз итоговую пресс-конференцию и коммюнике, ну, тоже с хорошим опозданием. То есть именно вот последние минуты, они были такие очень, ну, я бы не сказала нервные, но когда ты очень долго ждешь, ничего же хуже нет, чем ждать и догонять. Тут пришлось почти одновременно делать и то, и то. Ну, еще подогревало то, что безпосередньо перед зустрічю президентів у нас на Майдані відбулась зустріч, такий міні-майдан, де... Предупредительный. Да-да-да, попереджали, що є червоні лінії. Це якось відобразилося на настрої президента безпосередньо, на тому, що він казав там. Ой, він оглядався на цей майданчик. У нас лайтовий формат є. Прекрасний голлівудський фільм, де грає Кетрін Зета-Джонс і Шон Коннері, і він її учить правильно проводити ограблення. І у нього є така тренувальна кімната, де красною ниткою натягнуті всі лазерні лучі, і їй потрібно так сигналізацію було обійти. Мені приблизно так представляється, що в офісі президента була така спеціальна кімната, где натянуты эти красные нити, и он как спец... Кстати, он же с Томом Крузом тоже руку жал, общался, может, он ему передавал какие-то тоже, да, для того, чтобы... как там, да, залетать, как обходить, вот эти все... Миссия невыполнима такая своеобразная. Посмотрим. Мне кажется, что глобально позитивы, все же любят позитивы, да? Да. Позитивы. Со слов Макрона, и это действительно один из главных акцентов, удалось разморозить эту площадку переговорную. Она же все-таки, давайте понимать, три года находилась в таком действительно примороженно-отмороженном состоянии. И вот удается договориться всем
о общей пресс-конференции, расставить одинаковые акценты интерпретации, по крайней мере. Это тоже очень сложно, ведь каждый потом поет о своем, расставляет акценты, как считает нужным. И очень часто это вообще, как бы, если каждого отдельно послушать, кажется, что они не встречались вместе. А, позитивы. Встреча тет-а-тет, из которых, конечно, из полутора часов около 15-20 минут с глазу на глаз. И удивление Зеленского, что встреча тет-а-тет не только вдвоем, а еще и как бы есть час переговоров со свитой, с дополнительными игроками. Очень обширная наша делегация, которая поехала в составе 13 человек группы поддержки. Я, правда, думала, что они, как знаешь, как Лешко выходят, и его бэк-вокал. Мне кажется, что... 13, это якось таке число. На этой неделе пятница 13, ничего страшного. Да, Видишь, у нас как бы хоть и многочисленная была делегация, но все равно мы даже не видели, чтобы они там как-то дружно выходили. И вообще, одним из негативов проведения саммита, это как раз работа нашей пресс-службы и в целом реакции украинской стороны, потому что иногда пресса или телеграм-каналы знали гораздо больше, нежели из первых уст. То есть интерпретация, они же порождают всегда вариативность, тоже как бы домыслы. Много было журналистов, тоже достаточно большая делегация, в том числе и господин Гончаренко почему-то полетел. Но куда ж без него, все думали, будет Может, ли он... Может, там какой-то концерт відбувався десь поряд, то він... Все ждали, будет ли написано, ну вот у него есть песня, где он пишет «Nine», что будет какой-то «Nom» написано на французский манер, но без этого. Но по факту, чтобы не сильно разочаровываться, не нужно сильно очаровываться. Что у нас? Если бы были у нас, вот, кстати, ближайшие на Олимпийских играх был бы вид спорта, где нужно поделиться на две ровные команды, украинцы бы без труда делились на зраду и перемогу, наверное, быстрее всех. Да, ну вот мы знаем, что антидопинговый комитет ВАДА в тот же день, когда встречалась нормандская четверка, все совпадения случайные, принимает решение, да, что российская сторона не сможет принимать участие в крупных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, 4 года. Я не исключаю, что будет еще апелляция, возможно, решение будет изменено. Но в тот день это как бы выглядело. Если бы действительно Украина принимала участие вот с таким видом спорта, я думаю, что тут бы тоже подумали. Мы бы перемогли. Ну, мы бы точно победили, но все бы думали, что мы, наверное, тоже какой-то там специальный эликсир употребляем, потому что делятся на зраду перемогу молниеносно. А у нас 6 років тренування, так что, в принципе, мы уже профессионалы в этом. Ну, не исключаю. Просто вопрос в том, что играем в это в основном только мы и сами с собой. И вот это самоедство внутреннее, оно во многом и мешает. И Зеленскому в том числе при переговорных позициях. То есть он має врахувати и одну точку зору, и іншу точку зору, и может еще и третью якусь, и четвертую. И часто он ориентируется не на свой электорат, а именно на тех, у кого противоположные. А он правильно делает, что он ориентируется сейчас больше на тех людей, которые меньшесть, но они больше такие активные? Смотри, какая ситуация. Он немного находится в сложной для себя ситуации и расхлебывает наследие, которое ему досталось. Это не его наработки. Недаром мы сейчас наблюдаем очень интересный поворот событий, связанных с Минскими соглашениями, их подписанием. Есть обвинение Петра Алексеевича в госизмене. Да, сейчас уже разворачиваются эти события. То есть, может быть, совсем все иначе развернется, потому что те договоренности, которые были уже подписаны и которым следует официальный Киев, не отказывается от них, они очень сложные к реализации. Пан Зеленский взагалі сказал, что ну, уже он трохи втомився відповідати на все запитання від журналістів. Він сказав, що якщо я буду виконувати безпосередньо мінські домовленості, то наступний раз ми будемо зустрічатися з іншим президентом. Тобто він, мабуть, для себе уявляє, що вони настільки складні на даний момент для виконання, що вони можуть привести до того, що в Україні щось таке відбудеться глобальне, негативне, що президент піде раніше, ніж треба. Ти так парадіруєш Зеленського, як будто би готуєшся к следующему сезону «Слуга народу», да? Наверно, на проби пойдеш? Ой, от хотів би одразу, от це ж просто чудово. А чи має якийсь вплив ця зустріч, взагалі те, що пан президент, ну, він же раніше не займався політикою, да, він займається зараз політикою, але на канал ТНТ потрапив фільм «Слуга народу». Тобто, серіал. Серіал, так, я перепрошую, так.
був якийсь адміністративний ресурс задіяний для того, щоб просунути на російський ринок. Тобто ти думаєш, що встреча тет-а-тет була тільки виключно з цілею? Ми ж не знаємо, про що розмовляли цілих 15 хвилин. Ну, наверное, только про ТНТ, конечно. Говорит, покажите еще сериальчик, я вот да, настаиваю. Зробимо анонс ідей, що буде, ну, у нас відбуватися, коли, в принципі, ця інформація, вона вже розповсюджена про те, що на ТНТ з'явиться «Слуга народу». Ну, як наше суспільство сприйме цей факт? Позитивно чи негативно? Чи слід очікує, я понимаю, если бы у нас на плюсах показали сериал, в котором играет Путин, вот это зрадонька такая. А это же... А, тобто ми експортуємо. Это же наш культурный продукт, так, ты же понимаешь? Так, мы кодуємо россиян. Конечно. Мы кодуємо, конечно. Да. А тоді? Мы воздействуем на них. Это вообще, я считаю, что это оружие психологического воздействия на противника. Ну, знищення психологічного. И, в принципе, вони тоді зможуть переглядати той сериал и не дивитися на ці всі... Дурні новини, що там показують, а вони будуть думати, що там в Україні відбувається от прям так. Це документальний фільм. Ну, це новини, новини замість Соловйова. Ну і давай немножко відмотаємо, возвращаясь к переговорним процесам. Ми ж на позитивах почали і не закінчили. У нас все-таки що? Договоренності по обміну пленним до кінця року. Пока всіх встановлених на всіх встановлених, сказано, що це 72 чоловіка. Ну, от на даний момент, може бути, буде як-то что-то дополнено. Позитив. Я считаю, что это решение, при которых оба президента, и Зеленский, и Путин, могут получить максимально одобрительную оценку своих граждан. И это ощутимая такая победа, потому что не все договоренности почувствуют, скажем так, массовый зритель. А это то, что можно красиво имиджево подать, в котором все сохраняют свое лицо, и действительно можно почувствовать какую-то там условную маленькую перемогу, да? Или большую, потому что тут же есть еще некий символизм. Анонс обмена как раз к концу года, к рождественско-новогодним праздникам, когда можно не просто вернуться домой, да, еще и непосредственно к... Ну, це условно... елемент потепління стосунків, чи це просто, ну, давайте, ви так зробіть, смотри, но це я не, думаю, що здесь не в последнюю очередь буде игра з символізмом, і буде показано какой-то некий елемент чуда. Все в него верят. Вот все хотят, щоб, знаєш, не знаю, там, проснуться утром, и все было, как было, да? То есть вот этого кошмара этих лет, его не было. Это невозможно сделать. Но можно сделать какие-то шаги, особенно символические, которые могут быть восприняты как начало диалога, назовем так. Плюс, смотри, несколько телефонных разговоров прямых с Путиным, встречи, и уже никто не говорит, что как же так, и почему там помыл ли руки, и как он находился в одной комнате. Не, ну, деякие, я думаю, все равно, особенно на Facebook-сторинце, всякое пишут. Может быть, но по факту это воспринимается уже не так болезненно и не так нереалистично. Несмотря на то, что президент Зеленский говорит, что он очень сенситив, да, использовал такой термин, я думаю, что мы тоже, когда наблюдаем за происходящим, мы тоже все внутри очень сенситив, и нам хотелось бы понять, что же из этого всего произойдет. Но если посмотреть, как реагируют даже члены делегации, очень неожиданный был пост у господина Витренко, который сказал, что встреча с Путиным была полезной, что для него, он даже так был удивлен, узнать мнение непосредственно Владимира Владимировича по каким-то вопросам, вплоть до газовых переговоров, было, да, оказывается... Потому что мы помним, что Путин задав твір, он сказал, а у нас в квартире газ, а у вас? Вот, и это питання, в принципе, я так розумію, воно має бути вирішеним, и воно буде підніматися особливо гостро на... Кінці, конечно, с Еврокомиссией при переговорных процессах на своем уровне. Хорошо, что нормандский формат, скажем так, перезапустил эти переговорные процессы, они сильно зашли в тупик. Не брал на себя ответственности принятия решений. Это не компетенция президентов. Но, с другой стороны, есть определенная отмашка, да, или старт, начало нового этапа переговоров. Я о том, что встреча вот эта вот в нормандском формате плюс прямые переговоры, они имели свои позитивы. Это не только ознакомительная встреча, не только глаза в глаза, да, там, кто кого пересмотрит, кто первее моргнет, кто как с кем поздоровается, кто как с кем сядет, где пошутит. Это
действительно на каком-то даже интуитивном уровне, психологическом уровне. Многие ведь боялись, что Зеленский неподготовленный к такому уровню переговоров. Но вот честно смотрелся достаточно он ровно, так, с сдержанным оптимизмом. Нельзя сказать, але что... Але він був самим сумним, якщо так сказати. Он должен был быть самым веселым? Ну, хотілося б. Ну, просто ми переглядаємо Макрона взагалі, постійно у нього улыбка на обличчі була. А Макрон Меркель... вообще глянцево-улыбчивый. Он такой достаточно всегда располагающий к себе. У него это... Макрон, кстати, очень хороший тоже. Его так не рассматривают. Ну, просто він же не працював ніколи комедіантом, грубо кажучи, да? А у... президент. Хотя, в принципе, было бы странно. Я про Макрона, он очень телегеничен тоже. Да. И у него нету каких-то, знаешь, там, провисаний молчаливых, неудобных пауз, когда он теряется. Он достаточно хорошо держит и процесс. Тем более, что ему хотелось закрепиться в нормандском формате, потому что для него эта попытка... Но если не перехватить потом инициативу у Меркель, то укрепиться на европейском пространстве... Это враховуючи те, что пані Меркель, в принципе, в ближайший час собирается піти... Смотри, Макрону нужно все-таки и культурно, и политически доминировать в регионе, и он это прекрасно понимает, что ему нужно показывать вот эти лидерские... где-то проявление. У Меркель непростая ситуация, не только потому, что карьера идет политическая к завершению, у нее еще и внутри коалиции сейчас не все гладко. Мы вот у себя в фонде общественной дипломатии много отслеживаем международную повестку, и у нее как раз ситуация следующая. Партнеры по коалиции Социал-демократическая партия проводили съезд, обновили свою верхушку, и эта верхушка сейчас очень скептически относится к такой конфигурации коалиции. То есть они не хотят объединений и взаимодействия с ХДС-ХСС. Соответственно, под вопросом вообще коалиции, если вы помните, какими трудами она вообще далась Меркель, были разные конфигурации, от экзотической так называемой Ямайки до того, что мы имеем сейчас, она у нее, ну, скажем так, тяжело давалась. То эта хрупкая конструкция может не выстоять. И тогда внеочередные выборы. И понятно, что для Меркель это тогда финита ля комедия. Это же демократичная процедура, ну, выборы. И чем частейше, тем демократичнее. Страшно в этом для нас, ну, как бы, где мы, где они, называются. Но, с другой стороны, тогда расстановка сил меняется, и надо понимать, что тогда в том привычном для нас формате и нормандский формат точно так же будет уже отходить в историю, будут какие-то изменения. Напомню, что, к примеру, с уходом того же Оланда и появлением Макрона новыми красками заиграла. З'явилась необхідність знову будувати ці стосунки, в принципі. Но избирательные процессы, которые, опять-таки, тогда накрыли с головой Францию, это не только выборы президента, это потом выборы парламентские, которые у них шли как раз буквально там в короткие сроки. То есть укрепление позиции Макрона в самой Франции, избирательные процессы в Германии, я же говорю, долгие хороводы с коалицией. Наши выборы, кстати, даже переизбрание Путина. То есть все это затягивало переговоры в нормандском формате. Договорились встретиться весной. 4 месяца. Это, скажем так, ого-го, 4 месяца или всего 4 месяца. Надо посмотреть, насколько реалистично будет выполнить... истории, это короткий период, а мы люди все же таки... Насколько можно будет реализовать то, что запланировано. У нас все-таки законодательные изменения. Вот у нас в четверг будет дополнительный пленарный день в Верховной Раде, потому что осталась всего одна пленарная неделя, и вопросов накопилось много. Хотел бы до наступной темы вот сразу перескочить вот таким вот чином. Пан президент безпосередньо на прес-конференции, когда уже 4 лидера сидели и подводили итоги этой встречи, он сказал наступное, что в Украине нет вопросов с мовою. Это он сказал 9 грудня, а вот 10 грудня відбулася прес-конференция Тетяни Монахової, мовний експерт наш. Я от хотів би зараз, от просто щоб ми разом передивилися відео, частинку відео з цієї конференції, і хотів би почути коментар. Первоісточник. 16 липня цього року був прийнятий закон про забезпечення функціонування державної мови. Знову хочу наголосити, що кримінальної відповідальності за порушення цього закону не передбачено. Передбачена передусім адміністративна відповідальність. Це штрафи різного рівня,
На сьогодні від 200 до 700 неоподаткованих мінімумів. На сьогодні це десь приблизно 9800, 11900 гривень. Ну, це умовне таке, так? За курсом треба стежити. Законом передбачено, що за промовчання має бути українська державна мова. І якщо тренери і керівники гуртків відмовляються надавати послуги інформації українською мовою, вони порушують закон. Це означає, що потім на перший раз з ними розмовляють, роз'яснюють закон, а другий раз настає штрафування. Президент каже, що в принципі ніяких питань у нас з мовою немає. Тут все ж ми, мовний омбудсмен каже, що ми маємо штрафувати, якщо в якихось там дитячих садочках, в різних гуртках використовують російську мову, то тоді треба штрафувати. Тобто в перший раз це попередження, другий раз – штраф. Штрафи, в принципі, як на мою думку, достатньо великі. Може, існує якийсь інший шлях, щоб переконати людей користуватися українською мовою? Тобто шлях не штрафів, а якийсь інший. Вот, и это допоможе взагалі? Смотри, так, обычно, якщо... когда любые нововведения идут, есть какой-то переходной период, да? Потому что как бы нам хотелось или не хотелось, но в одночасье законы очень сложно реализовывать, да, они должны, скажем так, лечь на практическую почву, потому что все равно эти теоретические нормы очень сложны в реализации. Но вот даже послушав здесь, а кто будет сообщать, это будет какой-то анонимный звонок, там, не знаю. С другой стороны, опять-таки, любые инспекции, надо понять количество языковых инспекторов, которые будут как-то это ж фиксировать, выносить какие-то сначала предупредительные беседы вести, потом какие-то выписывать штрафы или ходить с кассовым аппаратом, как полицейские, да, и ты на месте там условно сказал что-то по-русски ребенку там отжаться и заплатил сразу сколько 11 тысяч. Потом подумал, что, наверное, за мало. И, да, и сказав, я Гройсман, приседай ты ему, и все, и уже и тебе вернули. Вот мне интересно, а есть вот это вот, как бы, если ты следуешь закону, чтобы тебя доплачивали в тех же количествах, знаешь? Ну, то есть не просто ты там стратил, да, где-то. А вот постоянно кажут, что это заохочивание эти заходы должны быть, знаешь? У нас завжди кажут европейский досвід, мы за ним следкуем. Это есть, ну, десь в Европе, вот так, скажем. Я такого не встречала, знаешь, это как бы есть же рубрика «Очевидное и невероятное», мало ли вдруг мы чего-то не знаем, но в публичной плоскости мне неизвестны прецеденты, где есть подобные меры. И любые запретительные и ограничительные факторы, они обычно порождают, да, только обходные пути или, наоборот, осознанное принятие решений делать так или иначе, да, когда человек понимает, что даже если он нарушает, но при этом для него это принципиально важный вопрос. Поэтому языковой вопрос таким образом не растушевывается, не снижается накал страсти, а он, наоборот, обостряет все, скажем так, болевые какие-то моменты, и то только может быть хуже. С другой стороны, смотри, я не исключаю, что языковая политика может быть сейчас пересмотрена в связи с тем, что по закону о языке есть решение Венецианской комиссии, оно негативное, очередное решение. Также есть закон об образовании, который требует тоже корректив, и там тоже есть негативные отзывы, поэтому вполне возможно это будет глобально касаться и нововведений, связанных с образованием, и нововведений, связанных с языковыми нормами. Это может быть пересмотрено и доработано. Ну, вопрос только в какую сторону и как. Но мне кажется, что это не поможет повернуть, скажем так, не только территории, а и людей треба повернути. Чтобы их возвращать, ну, понимаешь, в какую среду их возвращать, да? Тут же много произошло процессов, которые им чужды. Это не только связано с гуманитарным блоком, который очень чувствителен, но тут же вопросы и декоммунизации, тут и вопросы тарифной политики, тут и вопросы социальных стандартов и разряда других моментов, которые могут очень контрастировать. И я думаю, что явно надо делать какие-то и публичные обсуждения, и вырабатывать приемлемые какие-то общие знаменатели, потому что иначе будет только хуже. И еще очень момент, вот обсуждалось уже на одном из эфиров, госпожа Ставничук говорила и предлагала, да, связанное как раз вот эти с языковыми нормами и с образовательными, все-таки делать экспертную какую-то площадку, в которой можно
правильно вести, з точки зрения... Це не має бути адміністративно, а треба, щоб уголовна була відповідальність, так? Ну, исходя из того, что на шуточные программы, мы, конечно, можем так пошутить, но в реалиях, знаешь, чтобы потом всем нам не было мучительно больно, то есть эти вопросы не делаются в турборежиме однозначно. Языковые нормы требуют пересмотра, но вопрос только опять. Можно сколько угодно убегать от проблемы, она тебя все равно найдет. А здесь мы видим, что не только от нее убегают, ее еще и провоцируют. Поэтому... О, цікаво, если, например, людина не російською мовою звертається, а, наприклад, ну, розмовляє англійською. Це теж буде якесь покарання? Не знаю, мені цікаво. У мене, кстати, ребенок займається в хореографическом кружке, і у нас є педагог, який преподає contemporary, і він тільки англоязичний, він приехал из Пакистана, очень интересный молодой человек, Провин зовут. Вот мне интересно, как он не говорит вообще ни на украинском, ни на русском. И он общается с детками. Ну, наказати. И получается, грубо кажучи, через якийсь час розмовляти російською буде таким, ну, ми забороняємо, і це молоді навпаки цікавіше це робити, тому що це заборонено. Вот. І не викличе це те, що молодь, вона ще більше буде спілкуватися російською, тому що це дорослі заборонили. Знаєш, от я все-таки наблюдаю за новим поколінням, у мене дві дочери. Я можу тобі сказати, що ко всьому прискорбію, вони вряд ли будуть говорити вже по-русски або по-українськи. У них, во-первых, они мало пишут, они все общаются как голосовыми сообщениями, за них расшифровывают гаджеты. Вообще непонятно, на каком языке они разговаривают и пишут. Да? То есть если разговорный еще может быть, кстати, несколько поколений еще грамотно говорит, но уже очень плохо пишет. Дальше будет только хуже. Молодое поколение, оно ориентировано на YouTube, Instagram, TikTok, ряд других соцсетей, где они проводят, ну, львиную долю своего времени, они будут искать повышение, как бы, привлечения аудитории. И будут искать либо переходить на английский и таким образом расширять свой контент, либо будут тоже доминировать доля русского контента. Это тоже интересно за этим посмотреть. Поэтому тут мне бы хотелось, чтобы наше государство давало детям конкурентные преимущества, а не ограничивало их. Ведь все равно, сколько языков мы знаем, столько раз мы люди. И нельзя сказать, что кто-то имеет, не знаю, там, вот с английским языком, это национальный язык, никто же не говорит, что это там все экспансия. Или французский язык, кстати, точно так же, как испанский. На уи. Мне говорит, do you speak English? Он говорит, если бы. Поднимаем вопрос того, чтобы политика была не на день, не на два, и не завязывалась на отдельно взятом чиновнике, а все-таки позволяла нам использовать эти нормы длительное время. Это надо будет переписывать в таком количестве. И останнє питання. Я зараз, в принципе, кожну передачу задаю приблизно одне и то же самое питання всім гостям. И оно таке. От представь собі, що в руки потрапляє золота рибка, яка каже, я виконую любі три бажання, але ці три бажання мають стосуватися лише України. Тобто для себе нічого замовити не можна. Які будуть три побажання Україні? Мудрих правителей. Раз. Міра. Но это связано одно с другим. И ответственно так, знаешь. Вот мне кажется, тот, кто может быстро сказать, чего он хочет, это тут надо, называется, хорошо посидеть и подумать. Недаром обычно первое, оно такое самое простое. Я бы, наверное, придержала бы одно желание, потому что очень интересно, как будут реализованы первые два. Ведь мы каждый раз, выбирая правителя, надеемся на то, что он мудрый. И каждый из них обещает нам мир. Не, может, да? Он мудрый, а вы для себя. Вот так и, знаешь, но тут просто жалко, что правила золотой рыбки не распространяются на наших правителей. Вот, наверное, было бы, да, чтобы они точно так же реализовывали политику не для себя, да, а для государства. Тогда бы это было, ну, знаешь, как так, заколдовать их. Только для государства, ничего для себя. Потому что получается, как в анекдоте про налогового инспектора, когда ему с берега кричат, налоговый инспектор, не заплывайте за буйки.
Выходит потом на берег и говорит, как вы знали, что налоговый инспектор? Говорит, ну все плывут от себя, а вы все к себе. Вот так и наши политики. Все так бы гребут к себе. Поэтому посмотрим, как будут реализованы первые два. Ну или в качестве третьего тогда действительно заколдовать. Сказать, что вот они бы не могли тогда никак использовать... Меньше эгоизм. Да, государственные механизмы в свою пользу. Добре. Олександра, дуже дякую за те, що ти сьогодні була у нас в гостях. Я дуже радий побачити тебе в другий раз. І сподіваюся, побачу в третій, четвертий, п'ятий, шостий і так далі. Ну, тоді до нових зустріч. Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами і подіями в Україні. Ви не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.